Ярик, как сам барашка? А ну подожди, кто это? Спрятался. Эти, как их? Еноты. Еноты? О, я знаю одного енота, у нас в Дискорде сидит. О, смотри, какой Ярик, смотри, какой маленький. Я своих родственников нашел. Смотри, тут у одного козла, тут я козла. Смотри. О, это дикие собаки, динго. Да, это экскурсовод наш. Ого, а может ударить? Ой, я испугался кролика. Чего какие-то красные глаза? Такой злой. Смотрите, какой злой, защищает. Ярик, а ты такой же, как и они. Еще один собачонок. Не надо бросить. Ты какой злой. Ого, настоящий динозавр. Там, ну ладно, не настоящий. Но классно сделано. Так, здесь такой домик есть, поднимаемся. Оно выдержит мой вес? Выдержит. О, так там внутри прям жить можно. Да. А дождя как... Начинается дождь и пьячь. Ого, здесь так прям классно и пахнет дерево. Угу. Тут еще есть балкончик. Давай пройдем на балкончик. Вон там Ярик гуляет. Блин, здесь так красиво. Класс. Куда едем? Блин, он такой красивый. Да. Да не, я хочу его сбоку поснимать. Он же знает людей. Как в сказке. Подплывает, подплывает. Я первый раз в жизни так лебедя прям близко снимаю. Да, вот он просто помахал привет так хвостиком. Он красавчик просто. Как его зовут, Ярик, как ты думаешь? Мне кажется, гусь. Гусь? Лебедя зовут гусь. Красивое дерево очень. А, это сердечко. Копилка. Туда деньги ложишь, а потом его открывают и забирают. Димон, смотри, мой сын. Это самая няшная поняшечка, которую я видел. Классно, да? Угу, мне нравится. Хочет куснуть, но не может. Да. Такая теплая. Да. Ярик, погладь пони. Да, погладь, она тебе не укусит. Хелп. Боюсь эту курицу. Что, накушает такое? Ого, я же испугался. Вот это козел крикнул. А, тогда им тоже, я, Вова. О боже, я думал, это человек сделал. Ого, они хотят кушать, Вова им понес травы. Ого, а ну еще разок.
Это прикол, вообще жесть. Вова, иди к этому, так прикольно орёт. Вот этот вот. Вот этот, да, наверное? Да, вообще, такой как он крутой. Ой, не вкус. Он не хапанул. Я буду с ним связать. Еще. У него такой. О, еще. Давай, расскажи, как тебе живется здесь? А? Как живется? Нормально, да, пацаны? Пойдет? Нормально все? Сейчас я вас провожу. Пойдет. Сейчас. Нормально. Пойдет.